Я рад приветствовать вас в этот угрюмый дождливый вечер. Я не просто пытаюсь поймать крупную рыбу. Ко мне приехали мои друзья, и с их помощью я собираюсь рассказать вам о новом товаре от компании Rich Monkey. Речь пойдет о новом фонаре Multilight. Сейчас я расскажу и покажу весь его функционал и особенности. Начну с переднего фонаря. Он хорош для осуществления забросов. Многие годы рыболовы надевают налобные фонарики, идут забрасывать. Их лицо окружено выдыхаемым паром, из-за которого нельзя увидеть, куда же именно упала оснастка. Некоторое время я прикреплял налобный фонарик на стойку и использовал сфокусированный луч для заброса под нависающие деревья, под острова или в подобные участки. Теперь же я делаю по-другому. У этого фонаря есть адаптер для крепления на стойке. Просто прикрутите его на стойку, включите, и у вас появится очень мощный сфокусированный поток света. Поэтому если вы ловите под дальним берегом, из-под нависающих деревьев, под островом или нечто похожим, то фиксируйте фонарь на стойке и направляете в точку заброса. Хороший контроль за падением оснастки гарантирован. Для меня эта уверенность особенно важна при ночной ловле. Я лучше включу фонарик на пару секунд и буду уверен в том, что оснастка приводнилась рядом с деревом или другой закормленной точкой, чем теряться в догадках. Поэтому данную функцию переднего фонаря едва ли удастся переоценить. Еще одной интересной особенностью переднего фонаря является тот факт, что в комплект входит специальный рассеиватель света. Это отличное решение для ночных фотографий. Просто прикрепите рассеиватель поверх фонаря и слегка поверните. Это зафиксирует рассеиватель в нужном положении, и после этого уже можно приступать к ночной съемке. Классно, не правда ли? Рассеиватель позволит сделать мягче узкий поток света. Зафиксируйте фонарь на стойке, направьте его на себя и рыбу. Я делаю большое количество снимков самостоятельно. На большинстве водоемов не так много рыбаков рядом, поэтому приходится самостоятельно организовывать свою фотосессию. И в этом очень помогает такой фонарик. Еще я совмещаю его с нашим палаточным фонарем. Мне не хочется возиться с большим количеством оборудования, поэтому с одной стороны у меня стоит палаточный фонарь, а с другой фонарь Multilight. Рыба получает классную подсветку, и у меня выходят отличные ночные кадры. Кстати, что касается ночных фотосессий. У нас также есть специальное крепление для фотокамер. Благодаря этому крепежу вы сможете зафиксировать фонарь прямиком на своей камере, и у вас получится отличный комплект для ночной съемки. Вам не понадобится какая-либо другая внешняя подсветка. Фонарь идеально рассеет свет, поэтому не придется удерживать рыбу до утра. Благодаря этому фонарю у вас получится очень хорошие ночные кадры с трофеями. Итак, на этом характеристики переднего фонаря заканчиваются. Повторю их еще раз, чтобы подвести небольшой итог. Ночная съемка, фонарь для заброса. Как бы вам ни захотелось использовать передний фонарь, он поразит вас своей универсальностью. Еще одной удивительной особенностью этого фонаря является возможность использования в качестве лампы в палатке. Лампа имеет три различных цвета – белый, красный и зеленый, и две регулировки яркости. Это фантастическое решение для освещения палатки и прилегающей территории. Как и наши палаточные фонари, этот фонарь имеет магнитное основание, и в его комплект входит железный диск, что позволяет подвесить фонарь на своде палатки. Фонарь также имеет стальное кольцо, с помощью которого можно подвесить его на дерево, когда вы отдыхаете с друзьями и сидите за столом, получая удовольствие от совместного общения. Это отличная лампа для подобных ситуаций. Фонарь полностью герметичный и водонепроницаемый, поэтому если на улице моросит дождь, вы без особых проблем сможете оставить фонарь на улице, не волнуясь за его сохранность. Этот фонарь также выручит вас при возвращении на берег в лодке. Когда вы отплываете, то смело можете брать его с собой, поскольку он полностью водонепроницаемый. К тому же вы можете оставить один фонарь на берегу в режиме лампы или переднего фонаря. Стоит отметить, что передний фонарь имеет и пульсирующий режим, поэтому если вы, не дай бог, попали в затруднительное положение, или же вам нужен просто указатель лагеря на берегу, помните о том, что передний фонарь имеет пульсирующий режим. Признаться честно, функционал этого фонаря является очень полезным, если вы используете лодки, особенно в холодное время года, когда 14 или 15-часовые ночи пролетают гораздо быстрее, если у вас в палатке есть хорошая яркая лампа. Этот фонарь имеет отличную продолжительность работы аккумулятора. Как и наши налобные или палаточные, этот фонарь оснащен простой управляющей кнопкой, имеет возможность перезарядки через USB-шнур от портативных аккумуляторов или в домашних условиях. Полная зарядка занимает примерно 3-4 часа. Я не могу вам точно сказать, насколько хватает заряда аккумулятора, поскольку это зависит от того, как интенсивно и в каких режимах вы будете им пользоваться. Ну вот и все. Это был отличный фонарь Multilight, который уже доступен к заказу у ваших региональных представителей компании Rich Monkey. Спрашивайте фонари Multilight у официального представителя в России компании CarbTime и ее региональных партнеров.